Из-за роста цен на сезонные продукты в крае подняли прожиточный минимум. По сравнению с первым кварталом года он вырос на 3% до 11 675 рублей. Главной причиной стало подорожание капусты, картофеля, свеклы и моркови. Также выросли цены на сахар и сливочное масло. Напомним, размер прожиточного минимума каждый квартал устанавливает правительство края на основании данных Красноярскстата. Используют его при расчете детских пособий и субсидий ЖКХ.